какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро «Завод» имени Малышева? Малышева? Да. Железнодорожный вокзал, какой завод? Ну я ладно. Там не гуляю, я не гуляю. А в районе станции метро проспект Гагарина какой железнодорожный вокзал находится? Я говорю, я не знаю вообще, я не гуляю. А где ты гуляешь? Я живу, короче, на... Сейчас скажу. Ну, на Новобаварске, короче. Ну, на Новобаварске. Станция Новобавария, если ехать к Южному вокзалу, какая следующая станция? После Новой Баварии. Ну то, что ты меня по тому приложению смотришь, что это? Я не по какому, я по памяти сужу. Я Харьков знаю, как твои пять пальцев. Так что я, вот у меня руки никуда не смотрю. Ну, так а смотри сюда в телефон. Ну, что, я смотрю не в телефон, я смотрю на экран. У меня, ну ладно, буду смотреть сюда, говори. Ну, я живу в Новобаварском районе. Ну, я понял. Станция Новая Бавария. Между Южным вокзалом и Новой Баварией какая станция находится? Между Новой Баварией и Новоселовка. Ну, вот это правильно, Новоселовка. Молодец. А после Новой Баварии в сторону Люботина какая следующая остановка? Дергачи. Тут ты не попал. Дергачи этого... Ну вот Писачин правильно. Дергачи это вообще белгородское направление. Что-то ты, вижу, не харьковчанин, просто учишься в Харькове, наверное. Приехал учиться. Нет, я с Харькова. Мне вообще 14 лет. Ну учи географию города. Единственное, что ты правильно ответил, это Писачин и Новоселовка. Плохо знаешь географию, но вижу, что все-таки в Харькове живешь. Есть вопросы еще? Ну в Харькове я много чего знаю. А что ты еще знаешь? Ну спросите что-то, может что-то еще знаю. Что ж, Стефан, как ехать в аэропорт, чтобы свернуть с проспекта Гагарина в аэропорт попасть? На какую улицу сворачиваешь? На аэропорт? Вот это я не знаю. Мне 14, я так по центру, туда вдаль какой-то не езжу. Ну я понял, Максим, что ты только по Новой Баварии ходишь, там ты знаешь, я тебя понял. Хорошо, слава Новой Баварии! А, слава Новой Баварии, а. И здесь, на этом перекрестке. Я тебя понимаю, ты же из Киева. Понятно, тебе выгодно, чтобы Украина оставалась в тех границах, которые она была, потому что Киев паразитирует на регионах донорах. Паразитировал раньше. Так, а откуда ты знаешь, что мы в Киеве? Из другого города. А с какого? Харьков. С Харьков. Ну ладно, тогда мне скажи, какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро «Завод» имени Малышева? Станция чего? Станция метро «Завод» имени Малышева. Какой рядом находится железнодорожный вокзал? Ну, детский, мой. Детский. Балашовский, в народе называется Балашовка. Ладно, попроще вопрос. В районе станции метро проспект Гагарина какой железнодорожный вокзал находится? Да я не помню, как-то похуй. А что ж ты врешь, что ты из Харькова? Ты хоть в Харькове бывал хоть раз? Ну да, я тебе а ты не охуелся, как пить? Что ты врешь, нахуй? Я могу рассказать тебе. Блядь, я тебе нахуй... Что ты мне можешь рассказать? Расскажи. Я тебе сейчас паспорт, блядь, покажу маску. Покажи. Где мои военники? А, блядь, у меня военник прошел. Сейчас, подожди. Ну давай, жду. Куда ты денешься, ебать? Тебе уже спустить некуда. Ну да. Да, типа очень. Крикотово. Вот. Видно? Ну я не вижу, что место Харьков. Поближе. Так не прям. А ну да. Какой район? Лозовской или Дергачевский? Дергачевский. А, ну так ты с Дергачей, со Слотино, что ли, или откуда? Или. Или с Суповки, или с Прудянки. Нет, поближе бери к городу.
Ну, поближе, значит, Дергачи, Новые Дергачи, Подгородняя. Не-не-не, вот это типа там Слатино и ближе к городу. Лозовенька. Ну, Лозовенька, только она русская лозовая называется. Не, русская лозовая это по автомобильной дороге, а по железной дороге называется Лозовенька. А я тебе говорю по Белгородскому шоссе. А, ну так, так и скажи. А Слатино это не Слатино находится не на шоссе, а на железной дороге. Но по нему можно и по шоссе заехать. Ну я знаю, что свернул и заехал, это я понимаю. Ну ладно, вот теперь вижу, что ты из области, а говоришь из Харькова. Так, ну, я учился в городе. Ну молодец, молодец. Ладно, давай, успехов. Желаю, чтоб ты не пострадал от войны. И здесь, на этом перекрестке. Показывай, смотри. Показывай. Так, а что я там не бачу? Что там? То прапор Канады, чи кого? Прапор города Торонто. А ты сам откуда? А ты з Торонто, чи що? Да, з Торонто. А ты откуда? Зрозуміло. Я з міста Харків. Міста Харків? Чого ж на мові тоді говориш? Да. Какой железнодорожний вокзал знаходиться в районі станції метро Завод імені Малышева? А що, ще раз повторю питання, не розумію. Малышева що є? Какой железнодорожний вокзал знаходиться в районі станції метро Завод імені Малышева? Ніякого. Балашовский вокзал, который в народе называется Балашовка, запомни на будущее. А ну ладно, ничего такого нема у нас у Харкове. Попроще тебе вопрос. Какая Балашовка? У меня такого нема. Я вижу, какой ты липовый харьковчанин. Ладно, попроще вопрос. Ты что, на приколе, старый? Липовый харьковчанин? Ты липовый харьковчанин, ты Торонто. Начал на мове говорить, а сам из Харькова. В районе станции метро проспект Гагарина какой железнодорожный вокзал находится? Левада. Вот это ты знаешь, Левада это попроще вопрос. Так а что ты пиздишь, ничего немає на якому? Я тебе объясняю, называется вокзал Харьков Балашовский, в народе его называют Балашовка. Немає такого, давно немає. Недавно немає, он есть. Немає, чувак, я харьков'янин, я вперше. Какой ты харьков'янин? Если ты был харьковянин, ты просто остался после учебы в Харькове. Если ты был харьковянин урожденный, ты б на мове не говорил. Что, я не знаю, у меня просто в паспорте навіть немає, так что тебе пропустить. Ну а что ж ты на мове говоришь, если ты харьковчанин? Что, ну я хочу на украинский разговаривать. Не, имеешь право, просто это не характерно для харьковчанина. Ну что, я могу российскую спілкуватися, але мені українською подобається, бо я обрав Україну, щоб з українцями спілкуватися. Ну я понял. А англійською можеш? Ні. Понятно. Ладно, лучше... Ні, якщо б я міг англійською, я б Англію обрав. Ну я понял. Лучше учи географію Харкова, чим мову. Це буде полезно. Та що, старі назви якісь чуди, на що воно мені потрібно? Що? Я говорю, географію родного города надо знати. Ладно, давай, успех. Недолго музыка играла, недолго фраер танцевал. Мы, блядь, баскурим на вылет нахер на Ростов-на-Дону, блядь, а я еще на кормы. Я сегодня, блядь, горный кормить должен. Блядь. Ну давай, иди корми. Ой, еще день будто на улице, кажется. Ну день на улице. На земле 24 часовых пояса, если вы географию учили. Вы на какие темы беседуете? А, на какую тему? Да. Ну, не знаю, проблема, что сейчас происходит. Ну, есть какие-нибудь вопросы? Вы из Харькова? Да, да, откуда вы знаете? Да знаю, видел вас в ВТБ. Серьезно? На проспекте Гагарина у метро, знаете там? Да, вот это у вас память хорошая. А какой вокзал находится железнодорожный у метро проспект Гагарина? Ну, Гагарина, да. Какой железнодорожный вокзал находится там? А, Лосево, по-моему. Чего-то вы сомнительный харьковчанин. Левада вообще-то называется. Левада, точно, да. Да я год не был в Харькове, год не был. А Лосево находится на ХТЗ. На ХТЗ, да. Я после Гагарина просто на ХТЗ жил. Перепутал. Ну, видишь, перепутал, да. Ну ладно, так какие у тебя вопросы есть? Нет? Я не знаю, как у вас настроение ваше, интересно? Ну, нормально настроение, не жалуемся. Что вы приехали где-то, чтобы светло, вы не в Харькове, не в Украине? Ну, ты
Я переехал, да, в 5-м году еще. О, это да. Просто как вы меня видели? Вы меня давно, получается, видели или как? Ну, шучу я, пошутил, господи. Вот это шутка. У меня есть способы определять, откуда вы. Понятно. Так что хорошо, вот удачи, рад был с вами пообщаться. Так не что, знаю, чем просто чекнуться. Да, мы еще и не пообщались, ведь вопросы хотел задавать по ситуации, как ты говоришь, по современной. Какие у тебя вопросы по современной ситуации? По современной ситуации? Ну, не знаю, когда закончится это все, уже не верится. Ну, ну, месяцев через 8. К сожалению, в Харькове очень много ВСУшников, поэтому Харьков бомбят. Видишь? Ну, да. К сожалению, так получается. Если бы ВСУшников оттеснили, то бы Харьков как бы не подвергался определенному демеджу, да? Ну вот, имеем, что имеем, к сожалению. Ну ладно, давай. Харьков forever, слава Харькову. Слава Харькову. И здесь, на этом перекрестке. Ну как вам сказать? Одно закрыл за отсутствием состава преступления, другое за отсутствием событий, остальные подшиваются, а у вас как? А ты что, сидевший, че что? Что сидел? В чем ты сидел? Это юридический сленг, чтоб ты понимал. Ладно, ты откуда, откуда сам будешь? Где живешь? С Украины. Это не ответ, город какой? Ну, блядь, с Украины, с Харькова. С Харькова? Тогда тебе проверочный вопрос. Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро завод имени Малышева? У меня возле дома, да. И что? Какой железнодорожный вокзал находится? Не возле твоего дома, а возле станции? Я говорю, возле моего дома. Как называется вокзал? Ну, Южный вокзал, что ты, сука, пиздишь? Ну, значит, ты не из Харькова. Южный вокзал находится у метро Южный вокзал. А у метро проспект, вернее, завод имени Малышева какой вокзал находится? Слышь, тебя это ебет, нахуй. Лошок позорный, находится там Балашовский вокзал, который в народе называется Балашовка. Если ты из Харькова, ты ответил правильно. А ты что, бахнач, что по жизни? Я тебя проверяю, харьковчанин ты или нет, или лох. Харьковчанин. Ладно, а у метро проспект Гагарина какой железнодорожный вокзал находится? Вот тебе возможность реабилитироваться. Слышь, меня ебет, кто ты, на. Если ты пидорас и пришел к мой дом, на, значит, ты пидорас. А мне поебать. Я не приходил, вокзал, Лошок, я не приходил в твой дом. Я тебя понял. Я в твой дом не приходил, ну, успокойся. Ну так и все, мне похуй, ебать, чувак. Там, ну так вокзал, а что ты прячешь? Какой размером меня хуй, нахуй, какая... А что ты придумываешь, что ты из Харькова, что ты врешь? Сидишь и врешь. В смысле? Я из Харькова. Ну ты ж не знаешь Харьков абсолютно, я ж тебя проверил на знание Харькова. Ну, блядь, а что, я должен тебе, блядь, знать каждый угол? Да не каждый угол, такие основные понятия должен знать. А ты знаешь, в Москве, где находится, ебать, вот тут, нахуй, магазинчик, нахуй, там за углом, ебать. Знаю. Я и Москву знаю хорошо, и Харьков хорошо знаю. Ну, молодец. Вот сидит, выебывается. А ты за людей или за пидорасов? Сам из каких-нибудь полтавских ебеней, а говоришь, что из Харькова. Ну, в смысле? Харьков не знаешь, как город. Ладно, как ехать в аэропорт? С проспекта Гагарина на какую улицу заворачиваешь, чтобы попасть в аэропорт? Назови. Выходишь с хаты, да. Ебать, садишься в машину и едешь, знаешь, такую? Ну, да, все с тобой понятно. Ладно, у тебя нормально, есть с вопросы? Есть. Адекватный человек или, блядь, неадекватный? Адекватный, адекватный, успокойся. Ладно, я вижу, ну, у тебя и вопросы. Ну, так а да, где ты рос? Недолго музыка играла, недолго рая танцевал. Я? Да. В каком городе? Какой железнодорожный вокзал находится в районе станции метро проспект Гагарина? А знаешь что? Какой?
где курить? Лошок, Левада находится. Дедушка, иди спи. Нижегородский князь Владимир. А, Нижний Новгород. Здравствуйте, с Рождеством вас. Здравствуй, внучок, с Рождеством. Как ваше самочувствие, как настроение? Да нормально, не жалко. За себя он был совсем не разговорник. Да дурака валяли. Разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве? Украина утилитарное государство. Правильно? Великобритания утилитарное государство. Германия утилитарное государство. У них есть один язык. В соседней стране 70 миллионов. Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо. Ненавидят. И будут ненавидеть всегда. Просто потому, что мы есть и живем хорошо. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские. Потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Воронеж передали. В 1922 році. Воронежская область. А в 22 году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не была еще? Ну еще. Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь стримит. Зарабян, первый секретарь Армении, первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского. Воробьев из Краснодара приедет завтра. Ага, вот с ним и с Зарабяном завтра совместный стрим. Это очень опасно. Хохлов и Леню пока тоже держи на прицеле. Они могут переметнуться и нас подставить. Каркашовский был взял украинскому угарному члену. Пытаясь, да, в Украине, которую он создал, группа Кривичка. Будет не Донецкой, не Львовской власти, будет только Харьковской, будет...